Он говорит, как сосед из «Когда соседа». Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Cast on the Pole. Это, конечно же, Майнкрафт. Настоящая версия, ультимативный мультфильм. И это будет про голема. Погнали смотреть, будет интересно. Майнкрафт. Но я уже начал ненавидеть Стива, кстати, за эти два мультфильма. Фарту Стив — это воплощение нас, игроков, да? Такие же мы гаденыши. Учитывая, это огромный голем. Ну, написано гигантский голем. Я не думал, что он настолько гигантский голем. Итак, Миядзаки фильм. Проходящий замок. Прикольно. И стоп файв. Да, типикал подбор картин. Когда они его поменяют? Приложение, братан. Нарубай, Роцк! Все понятно, кстати. Какой эпик был, ё-моё, нарисовано круто было, кстати. Это правило. 3D-шка такая, как будто бы. Эти пролеты, это, конечно, очень сложно. Хорош! Он говорит, как сосед из «Когда соседа». Реально, кстати, напомнило. Или как этот бандит из «Один дома два», когда они злились. Тут что-то есть, ребята. Ой, это будет долго копать. Вот они, лучшие соседи. Блин, это классная серия. На тебе! Мотыгой. Ну, мотыгу нормально справьте. Чел внутри думает, голем думает, господи, когда это закончится? Это что, тролль-фейс? Тролль-фейс? Это что, нет, Валуиджи. Пусть они помирились. Надо вас лучше, друзья. Они просто друг друга травмируют. То есть как бы они ни ссорились, все равно они друзья. Это музыка. Будто бы с Яралаша.
Тю. Это будет долго. Ладно, это был бы сейчас, я думал. Ну нормально, он флекс. Кто мне звонит, блин, так не вовремя. Блин, там же освещено все, какого, блин, этого? Подружились, ребятушки. Чё не алмазы? Ладно. А чё, алмазы вообще мне не нужны, да, получается? Чё-то должен быть панчлайн. Чего? Ладно. Как бы это было быстро. Ага, у них тепелся ребенок. Блин, это мини-история про любовь. Ну, классная отсылка на миядзакиское аниме, отличная просто. На самом деле с этим гигантом и будет продолжаться ссориться, да? Только сейчас и снимут все. Начинай все сначала. Сейчас музыка. Да. Насколько это на самом деле передает классный смысл? Там сейчас продолжение есть еще, мы посмотрим. То, что люди, которые могут, например, даже работать вместе, в быту могут вообще не уживаться. Вот насколько вот это правда. Что-то странное будет происходить, мне такое ощущение. Ладно. Там больше нет ничего? Больше нет ничего. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Какой-то сквозной сюжет начинается, очень интересно. Переходите, подписывайтесь на Касан де Поло, у него отличные мультфильмы. Не знаю, мне очень нравится. Он каждый мультфильм выкладывает свою историю, и это выглядит великолепно. Это была более комичная серия, и на самом деле тоже показательно то, что вот люди вот как могут не уживаться в быту, но при этом хорошо себя чувствуют на работе, и в отдыхе, и впрочем. Приходите, подписывайтесь на мой канал, мне было очень приятно. А так, всем удачки, всем пока-пока.